И, кстати, важный день голосования пройдет завтра, и в Берлине выбирают депутатов в местный парламент и районные советы. Обычно такие выборы особого внимания не привлекают, но не в этот раз, когда популярность по стране набирает правопопулистская партия «Альтернатива для Германии». Она привлекла внимание избирателей своим радикальным взглядом на проблему с беженцами. По мнению АФД, нужно резко сократить приток мигрантов в Германию, а нелегалов нужно массово выслать. Забавно, что эта правая партия отличилась на выборах тем, что в Берлине отдельно вела агитацию на русском языке, чтобы привлечь в свои ряды переселенцев из Советского Союза. Как мы помним, русскоговорящие немцы к беженцам из мусульманских стран относятся достаточно неприязненно. И повлияли на это в том числе кёльнские события и скандальная история с девочкой Лизой.